Всем доброго времени суток. Погода нас что-то как-то то радует, то не радует. Не пойми чего, ветрище кругом. Вот нашел местечко здесь спрятаться маленько. И сегодня хочу попробовать половить на такую снасть, как танага. Это вот такая вот удочка. Весом что-то около, наверное, граммов 8. Очень бюджетный вариант. И сейчас я покажу, как это делается. То есть это микрофишинг. Это вот такая удочка. Она у меня сделана из вершинок, которые на AliExpress продаются на замену. То есть без вот этой ручки, которую я тут сам намотал ради удобства, просто с шерстяной нитки, и тут утеплитель маленько, ну, чтобы помягче было. Значит, с ручкой она, без ручки она весит что-то около 7 грамм, ну с ручкой может грамм 8, ну пусть 10, то есть 10-граммовая удочка. Сейчас соберем оснастку и посмотрим, что можно поймать вот такую удочку, когда у вас есть на рыбалку буквально там час-два. То есть вот эта вот удочка сама, ну, то есть вершинки, запасные части к удочкам с AliExpress, она стоит что-то в районе 40 рублей. Ну и плюс там поплавочки, крючочки, ну пусть еще там полтинник. То есть 100-рублевая удочка, час времени, и посмотрим, что у нас из этого получится. Итак, начнем. Первое, это вот сама эта удочка. То есть вы можете взять буквально там, не знаю, любую там верхнее колено от какой-то своей удочки ненужной и приспособить ее для танага. Значит, грузики, если у вас нет, значит, таких вот такого свинцового, как я на прошлом видео показывал, это вот такая вот лента, да, которая там отрезает сколько нужно, берете любой набор дробинок тут, ну я не знаю какой у вас есть, крючки. Ну, крючки желательно помельче. Я, значит, использую вот такие вот. У них такая достаточно интересная конфигурация, и они похожи вроде как на танаговские. Ну, можно перетачивать, можно еще что-то делать. Ну, в принципе, берите любой там крючок, не знаю, там 18-го, там 20-го номера. Там. Оснастки я уже намотал. То есть я сейчас просто оснащу, и все. Одну я намотал, значит, с бабушечками такими. А вторая у меня будет под поплавок. Коннектор под поплавок здесь у меня уже все стоит. То есть, если у кого-то будет желание, значит, можете зайти посмотреть видео там по чуткой оснастке. Там, в принципе, это все рассказано, показано. Что касается поплавков, то есть вы можете взять вот эти вот бабышки такие. Они, в принципе, не знаю, там продаются на Али там 100 рублей килограмм. Это вот такие вот, они там разных размеров. Можете взять вот такие вот там поплавки. Ну, все в ваших руках. Я использовал, значит, для вот такие вот стопорки. Просто они вместо бусинок. То есть они у нас являются индикатором поклевки. Поплавок. То есть тоже можно вот такой поплавок, значит, я делал. Он тоже вот с бабышки, только с большой. Значит, можно делал вот такие вот поплавки. То есть они у меня были какие-то поплавки там от обычной поплавочной ловли. Антенны пообламывались. То есть я брал его, просто распиливал пополам само тельце этого поплавка. И у меня получался такой поплавочек. То есть там наждачкой немножко обработали, сделали какой вам там надо конфигурации, какой надо. То есть все это в ваших руках, это достаточно просто, достаточно бюджетно. Леску тоже, ну, учитывая то, что танага у нас, в принципе, изначально предназначена для ловли очень мелкой рыбы, ну, грубить не стоит, ну, думаю, там 0,12-0,14. Хотя японцы, я смотрел, у них там, ну, они с этим как-то не парятся вообще. И поводки у них там такие, с плетенки стоят. Снасть предназначена для ловли там горчака, чебачка. То есть достаточно, чем мельче рыбку поймают, тем оно, в принципе, у них считается круче. Ну, мы сейчас посмотрим, что можно в наших сибирских условиях. Ну, я рассчитываю на верховодку, возможно, песканчик, может быть, там какой-нибудь карасишка. Оснастку я собрал, поставил вот так вот поплавочек, вот такие вот у меня бусинки здесь, грузило, крючок. То есть
Нам осталось замешать наше тесто и пробовать ловить. Вместо бусинок поставил вот такие вот стопорки. То есть прям тупо на леску все их с одной проволочки сдернул и все. Ну что, замешиваем тесто и вперед. Так как рыба у нас ожидается мощная, насадки нам потребуется море. Для этого мы берем вот такую ложечку от детского питания. Сегодня замешаю быстрый выстрел для карася. Это от старого призрака, желтый который. Берем вот такую вот ложечку. Высыпаем. Дальше. Берем вот такой вот глютен. Я буду мешать один в один. Не знаю, кто там как мешает. Я как-то так по весне мешал. И, в принципе, нормально все было. Этого теста еще хватит. Ну, чуть меньше. То есть высыпаем. И теперь нам нужно практически две таких ложки воды. Одну выливаем, ну и вторую чуть не помню, выливаем. Теперь все это дело замешиваем. Для получения однородной массы. Можно подождать маленько. В принципе, вот у нас получилось вот такое тесто. И этого теста, сейчас оно маленько дойдет. И этого теста нам хватит, вот этого шарика, на рыбалку. Ну что, пробуем ловить. Надел для теста сетку Павловского, потому что мошкара достала. О, вон она. Слушайте, ну на такую удочку это вообще. Даже такой карась. Ну представьте, вот такое карасище на удочку весом в 10 грамм. Вот буквально вот на такой кусочек насадки. У меня же тут садок есть. Все по уму, чтобы потом посмотреть, сколько рыбы-то напластаю. О, там уже кто-то сидит, пока я тут выделываюсь. Вот такой рыб. Берем кусочек теста, крючочком просто вот так раз, цепляем вот буквально вот такой кусочек. Ну-ка смотрим, что у нас получится. И закидываем. О. Уже кто-то клюет, сожрал. Очень незамысловатая, простая снасть. Буквально собранная на коленке. Здесь за сколько? За 15 минут. Но, тем не менее, маленько посидеть часик. Просто посмотреть на поклевки, на свежем воздухе. О. О, крупно. Видите, удочка как гнется. Тут у меня крупняк сидит. Вот для детишек, думаю, вообще будет прикольно. Детей приучать к рыбалке. Вот так половить мелкую рыбку. Это вообще красота. О! Карасища. Кусочек теста вот так цепляем, закидываем. Поклевочка. Оба. О, трофей. Буквально
практически сразу поклевка. Я вообще-то за верховодкой приехал. Детство такое вспоминается. Прикольная рыбалка. Попробуйте. Вот. Ради интереса. Уверен, что понравится. Опа-на, крупняк. Слушайте, мне надо, наверное, подсак из аквариума достать. А то ж я как буду тут с трофеями-то бороться. Глубина сантиметров 40. Вода что-то мутная. Куда-куда? Крупняк! Вот вам удочка для выживания. Кто у нас там специалисты по выживанию? Все там что-то мудрят. Какую-то хрень придумывают. О! Уже все придумано. Без рыбы точно не останетесь. Ух ты! Крупники пошли. Слушайте, я так и на жареху наловлю. Трофеи так и прут. Рыбалка не для трофея, а чисто вот для души. Посидеть часик. Вы так можете даже где-то в дороге около любой лужи остановиться и попробовать чего-нибудь половить. Вот что, чем не рыбалка? Еще карасик. Так что пробуйте танага, или как это у нас в России сейчас называется, микрофишинг. Отличная рыбалка. А если с детишками своими приедете, это же вообще красота. Бюджета 100 рублей. Ух ты, какой карасяра. Слушай, весело. А там, сейчас найдутся там специалисты, которые начнут в комментариях писать. О, да что это за рыба, да что это за рыбалка, вот я, блин. Дети интернета. Не научила еще жизнь многих за базар отвечать. Ну вот, наконец-то и трофей. Вот это круто. Надо сфотать. Ну, еще карасишка. Интересная рыбалочка такая получается. Достаточно динамичная. Сейчас посмотрим, сколько у меня тут за час будет улова на такую супер удочку. По ощущениям, при ловле на такую вот удочку, да? Ну, то же самое, что если бы вы на простую ловили карасей там грамм по 300. То есть очень легкая снасть, небольшая рыбка. Вообще оборзел. Эй, ты ж дикий, иди отсюда, куш! Куш! Ну, вообще пофиг. Оборзевший. Ничего не боится. Ладно, на этом, наверное, буду закругляться.
покажу сейчас, чего мне здесь буквально за часик удалось наловить. Вот такие вот, не знаю, сколько их тут рыбешек. Вот таких сейчас еще маленько половлю. Отпущу и поеду домой. Видели, сколько теста замешивал. Вот еще какой кусок остался. То есть это буквально надо мешать на рыбалку, ну, ложку. Так что ловите на танага или так называемый микрофишинг. Просто, результативно, интересно, бюджетно. Ну, на этом всем пока.